наша с Леной каюта. И туда. Оп, на выход. Это вот окончание Ольхона, вот этот мыс. Здесь заканчивается Малое море, и дальше уже начинается Большой Байкал. Но я надеюсь, мы пойдем вдоль берега. И с нами ничего плохого не случится. Происходит то же самое, то есть горизонтом более холодное, над головой уже больше теплых. Заяц побежал на горе, бегает заяц. Надо же. Заяц испугал медведя. Заяц медведя напугал. Петух не пугал медведя, а заяц напугал. Наш петух молодец. Места дикие, конечно. Мы на том кораблике вот пришли сюда. Мы сказали утром рано и поздно вечером тут по одной, поодиночке не ходить. И на самом деле тут на тропе
медвежьи, так сказать, следы жизнедеятельности. Что-то он тут ест, судя по этим кучам. Так что тут достаточно так экстремально. И местная жительница на лодке говорит, меня преследует этот медведь трехгодовалый. Это самый пакостный, вроде как, возраст. Потрясающее место. Вот кажется, шаг шагни, а нельзя. Так бы все бы вытоптали бы тут красоты. Двигается туман. Минуту назад здесь было ясно и чисто. Но рыба как не клевала, так и не клюет. Но прозрачно. Из-под винта это называется. Белая радуга. Работаешь очень быстро. Комары, потому что здесь какое-то вот озеро такое. Попробовали в нем поймать рыбу. Но нам сегодня с рыбой в принципе не везет. Здесь ее тоже нет. Даже не шелохнется. Надо, невозможно не снимать, не рисовать. Такое количество комаров только в Ханты-Мансийске я встречал. Ну вот, мне кажется, что продолжать этого не стоит. Получилась очень трудная работа. В общем, тут вот... И не радующий вообще глаз. Кажется, лучше избавиться от них. Какой-то опыт получен во время работы, но результат достойный обобщения такого. Приятно снимать краску, приятно.
Сначала какой-то такой холодный, промежуточный цвет, тон. Это то, что сейчас вот в голову приходит. Не то, что какой-то рецепт. Появились горячие источники. Сейчас наш кораблик встанет в бухту, где будем пережидать какой-то ветер. А сами пойдем попытаемся погреться. Сугудайчик, Лен. Лена сейчас даже... Это вот Хариус еще? Это Хариус. Вот на этом чудесной машине под названием УАЗик по такой дороге иногда приходилось убирать камни, чтобы проехать. Заброшен я на эту вот высотку. И со словами «Медведя, не пугайся», меня здесь оставили. Я надеюсь, что медведя все-таки не будет. Что-то такая вот тут история. Как тут можно было проехать на УАЗике, да? Только, видимо, на УАЗике и возможно. Так вот, сейчас водопадик будет справа. Мне еще как-то его надо будет перейти. Ну вот, дорога пересекается таким вот водопадиком. Так не хочется ноги мочить, если честно. Ну не знаю, сейчас тут какой-то мостик с веревкой натянут. Попробуем. Думал тут порисовать. Ну, кто-то, наверное, не буду я тут рисовать. Ну, вот итог небольшого путешествия. Сколько там? 6 ночей на Байкале. Я, конечно, брал с собой тюдник и холсты. Но главная была цель просто побывать в этом интересном месте. Сейчас буду доставать, смотреть. Вот даже не все. Норму я не сделал. Привез пустые холсты. Ну, сейчас разложим. Кому-то может быть интересно, как я перевожу эти вещи. То есть пенокартон, на него степлером набит холст. Удобно. Потом рамочка такая вот из пенокартона. Легко, удобно. Следующая работа. И так дальше. И так дальше. В общем, замечательное путешествие по озеру Байкал. Прекрасная компания. Даже моей жене, человек, который привык к 5 звездам, очень понравилось. Такое довольно-таки дикое времяпровождение. Всех призываю творить, узнавать что-то новое и любить живопись. Друзья, полные видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала. «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдете, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК Донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать», и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты, и мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас!